Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня мы с вами будем делать апельсиновые вареньки. Нам понадобится килограмм апельсинов, 2 лимона и килограмм сахара. И давайте же начнем поскорее. Также нам понадобится тара, то есть это кастрюлька или что-то, где вы будете его делать. Но в самом первом этапе это кастрюлька. Давайте скорее нарежем наши апельсины, лимоны. А апельсины и лимоны мы будем резать вместе с цедрой на небольшие, ну, дольки, кусочки. Попка нам не понадобится. Вот, а дальше где-то по 5 миллиметров. Все косточки убираем. И все складываем в кастрюльку. Так, и нарезаем апельсин. Там я уже нарезала. Отрезаем ему попку. Ну, попку, в принципе, можно и добавить, кто хочет. Нарезаем по 5 миллиметров. И здесь нарезаем уже половиночка и еще половиночка. Просматриваем косточки. А то потом в варенье, знаете ли, есть не очень удобно с косточками. Заливаем все это кипяченой водой. Вот, еще даже побольше. Сейчас я добавлю. Накрываем все это крышечкой и отправляем в холодильник. Ну, если у вас зима сейчас, на данный момент, то можно оставить на плите. Вот, отправляем в холодильник на целые сутки, чтобы отсюда из них сошла горечь. Еще можно немножечко помешать. И через сутки мы с вами встречаемся, это будет все одним роликом. И будем с вами делать уже следующий этап. Так, у нас с вами наступил второй день. Наши апельсинки с вами уже настоялись, горечь вся ушла. И мы с вами проделываем следующий этап. Здесь у меня кастрюлька для варенья, это эмалированная, ой, господи, это нержавеющая сталь. Кастрюлька с толстым, вот таким хорошим толстым дном. Такая хорошая кастрюлька. Если она у вас такая есть, которая, если что-то там случится, не жалко будет выкинуть, берите ее. Либо большие эмалированные тазы, либо там что-то еще. В ней я уже взвесила сахар. Так, килограмм написано. Килограмм сахара мы с вами берем. И туда наливаем литр воды. Теперь этот сахар надо нам полностью растворить. Все это перемешиваем. Так, ну вот смотрите, чуть-чуть я поставила на небольшой огонь. Сахар в принципе уже растворился. Такой, она такая более немножечко прозрачная. И сейчас мы с вами будем переливать наш с вами получившийся сок апельсиновый. Ну, не сок, а такая водичка с соком. Переведем, чтобы было нам удобнее туда пересыпать их. Еще стекет немножко. Кстати, получается здесь очень вкусно. Ну, такой как не сок, а как, да, водичка от апельсина. В принципе, как и продаются в магазинах у нас, если без мякоти. Чуть-чуть сахарка, по-моему, даже добавить, и будет вкусно. А теперь берем вот это вот все, наши апельсины, лимоны, и перекладываем в кастрюлю. И будем уже варить варенье. Они такие прям мягенькие, хорошенькие. Теперь мы вот это все отправляем на плиту и будем ее теперь варить. Это самое интересное, и скоро у нас получится что-то самое вкусное. Так, отправила я на плиту. Теперь они у нас варятся до закипения. Закипает и еще немножечко варим. Потом выключаем, настаиваем.
Когда остынет, снова варим. Опять до закипания, чуть-чуть покипит. Выключаем. И так вот варим до тех пор, пока жидкость не исчезнет. Некоторые варят 3 дня, а некоторые поменьше. Можно, наверное, за один день, может быть, сварить. Так, ну вот смотрите, у нас наконец-то закипело. И мы теперь пытаемся все это промешать. Они немножечко потом уменьшатся в размере. А сейчас это выглядит прям вот так вот. Ощущение кажется, что получится варенье, ну, очень много, да? Посмотрим. Потом, кстати, с вами взвесим, сколько получится варенья. С килограмма апельсинов и 2 лимонов. Так, варим с вами так минут 30, наверное, где-то. Чтобы оно у нас кипело. Вот, смотрите, они уже уменьшаться начинают. Уже их становится поменьше. Уже можно реально их перемешать. Хотя это сейчас они варятся где-то минут так 15. На маленьком огне. Ну, не на самом, конечно, маленьком, но на маленьком. Вот, смотрите. У нас уже прошло полчаса. Смотрите, за полчаса на наше варенье начинает уже меняться. Уже, смотрите, совсем другое. Уже более поменьше его становится. Уже более такое красивое. Уже похожее на варенье. Уже хочется безумно попробовать. И, конечно же, на этой прекрасной ноте мы с вами его выключаем. И теперь даем настояться, даем остыть немножечко. Когда вы уже вот потрогаете его, оно тепленькое, можете снова такой же метод проделать, чтобы оно у вас покипело там минут 10, 15, 20, сколько у вас есть время. Остынет, потом снова так же. Сейчас мы его закрываем. Мы его с вами накрыли, даем отдохнуть. А сами пьем вот такой вот интересный напиток. Мне прям очень нравится апельсиновая водичка. Можно добавить даже сахара, но она необыкновенно вкусная. Я ее всегда вот вместе с конфетами пью. Мы пока с вами отдыхаем. И наша вареница тоже отдыхает. Так, ну вот смотрите, у нас второй день получается. Вчера я раза 3-4 кипятила. Смотрите уже, сколько воды испарилось. Сегодня уже второй, вчера первый день, да, был у нас, сегодня второй день утра. Я снова прокипятила. Смотрите, как оно уже очаровательно выглядит. Они уже такие, как прозрачные, что ли, становятся. Вот, ну, кипело у меня, конечно, посильнее, сейчас я только вот выключила. Но вода уже испарилась. Когда вы включаете, оставляете его вот так вот. Вода, вот эта вот жидкость, она испарится быстрее. А нам с вами как раз вот это и надо, чтобы так было. Вот, ну, я примеряю где-то по ложечке. Как это происходит. Вот я вот так ставлю ложечку, да, и запоминаю. Вот сколько вот сейчас было на точечке, да. И потом, когда она остывает, я снова прихожу так же с ложечкой, она где-то там на 5 мм становится меньше. Но уже, смотрите, как классно. Буквально, смотрите. Ну, больше как будто как корочки, да, мякошка вот. Ее нету. Не помню, как я варила до этого, какой он у меня был. Ну, наверное, либо варить на совсем маленьком огне, мне кажется. Тогда, может, мякошки побольше будет. Но я уже его хочу, не могу прям вообще. Хочу его. Так. Ну, вот, смотрите. Она уже выварилась. Уже такая стала более похожая на варенье. Кстати, безумно вкусная. Поменяла даже цвет. Хотя я ее не так часто, в принципе, кипятила. Но уже вот видно, что не водичка. Уже ее можно раскладывать по баночкам. Эту прекраснейшую вкуснятинку. Ну и получилось, смотрите, была целая кастрюля, да, помните, вот она прям до сюда была. А стало уже вон не так уж и много, в принципе. Вот, но очень-очень-очень вкусно, безумно просто вкусно. Так, варенье я доделала.
Получилось у меня вот такие вот три баночки. Честно говоря, я подумала, что у нас получилось слишком темное, но нашла фотографии в прошлый раз, года два назад, которые я делала. Они точно такие же темненькие. Вот, то есть это нормально. Смотрите, какая она классная. Апельсиновое варенье. Крышечки вот эти я прям обожаю. И вот это вот моя пробная. Я ее уже открывала. Немножечко уже отсюда кушала. Так, у меня там... Я ее уже открывала, немножко кушала. И попробуем ее вместе с вами. Смотрите, какие они. Красивые. Прям целые такие долечки. Такая она. Ням-ням-ням. Немножечко кушала, но она прям обалденная, вкусная. Такая прям апельсиночки. Пробуем? Обалденно вкусно, знаете, апельсинку как мармелад. Мягкая, нежная, меру сладкая. Чуть-чуть, знаете, присутствует чуть-чуть вот горчиночка апельсина, но на капельку совсем. Прям вот еще настоялась добавок, прям вообще обалденно, просто вкусно. Готовьте вместе со мной апельсиновое варенье, пробуйте, пишите свои отзывы. Как вам, понравилось или нет, что вы еще туда добавляете, может, вы какую-нибудь корицу добавляете, или гвоздику, или, я не знаю, там, соль, может быть. Когда блины же готовим, мы тоже добавляем соль зачем-то, хотя они у нас сладкие, да? Вот. Ставьте лайки обязательно, подписывайтесь. С вами был канал Art Money. Смотрите другие ролики, другие рецепты, обзоры. Обзоры, смотрите, у меня на мультиварку был недавно, вышел. И там еще... Вот, смотрите, на нее обзор вышел, уже вышел, на нее выходит обзор. Обязательно смотрите обзоры на технику. Также у меня обзоры на продукты есть. Влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Вот. И с вами был канал Art Money. Всем пока-пока. И лайки.